Православных конкретных христиан, потому что каждому православному христианину должна быть заветная мечта. Полежать бы ночку в храме, в том месте, где молилась душа, где она исповедовалась, где она соединялась в молитве с Богом, вот, где близки стены, близки иконы, близки проповеди, голоса прекрасных хоров и исполнителей. Вот, поэтому у меня такая заветная мечта, чтобы мне батюшка перед смертью, или после смерти, разрешил полежать ночь в храме. Храм закрыт, свеча горит, ночь сменила. Закрыв глаза,
вечность. И слышу звон святыми сделано так мало, Боже мой. Свет лампад, глаза глядят, быть не может. Для меня, как для Фомы, источили слезы. И слышу, слово святыми упокой. Свеча горит, все внутри пылает. Херувим и серафим над огнем витают. И слышу слово святыми упокой. Христе со святыми, Боже мой, небо повторяло, упокой, Боже мой. Храм открыт. Утро клир разбудит. Погоди, чем выносить, что за храмом будет? Слышу, со святыми святыми, Боже мой, а сделано так мало, упокой, Боже мой. Быть пророком, если к Богу не ходи, и слезами покаяния его ноги не омыл. Если мир твой не утешен, то кого утешишь ты? Неужели ты безгрешен? Сам
волосы за коленья. В монастырь душа спешит.